просушка идет. То есть влага, чтобы влага не попадала в основные элементы, идет просушка самой рамы. В течение, скажем, 12 часов он выйдет на линию. И это еще лайт-вариант поломки. Зачастую выходит из строя двигатель. Тут 12 часами не обойтись. Требуется до 3 суток. В результате меньше трамваев на линии, больше страдающих пассажиров, которые не могут уехать, а если и уезжают, то в переполненном трамвае. То есть невозможно, трамвая вообще пятерки нет. По часу ждете каждый день или? По часу, да, каждый день вот так вот. Я на 40 минут опоздала, из-за этого я сейчас уволилась просто с работы. Надоело, невыносимо. В Горэлектротрансе подтвердили, что метели вывели из строя почти 30% подвижного состава. На сегодняшний день плановые 133 вагона, которые должны были работать, 101 вагон. Не хватает 32 вагона. Сейчас в этом цеху находится где-то 15 двигателей. Все они вышли из строя из-за снегопадов. Вода попала в двигатель, произошло короткое замыкание и вагон встал. В сутки чинят около 15 вагонов, но этого недостаточно, чтобы обеспечить все маршруты трамваями. Ремонт осложняет и замедляет то, что парк трамваев изношен на 97%. Понимаете, здесь когда сильно диск изношен, то новые подшипники ставишь, они создают дисбаланс. Ну и все. Обновить и закупить вагоны возможности нет. Стоимость одного – 20 миллионов рублей. У предприятия «Горэлектротранс» такие средства отсутствуют. Обострилась проблема в непогоду. Снегопад вывел в строй 5 вагонов пятерочки. Сейчас они в ремонте. А что касается времени ожидания, на предприятии поясняют, горожане слишком преувеличивают. Не скажу, что маленькие интервалы, но интервалов по 30-40 минут таковых нет. Интервалы по пятому маршруту, соответственно, тоже удвоены около 12 минут. Но тут же поясняют, что 12 минут – это согласно графика, а он из-за обильного снегопада, пробок и ДТП сбивается. Так или иначе, людям приходится мерзнуть в ожидании транспорта. Валентина Аскерова, Александр Антропов. День с толком.